Здравствуйте. Вы смотрите информационный выпуск «Республика». В студии Александр Базаров. Общественный совет по вопросам скоростного и высокоскоростного движения в России обсудил перспективы строительства участка Москва-Казань, магистрали Москва-Казань-Екатеринбург. В работе совета приняли участие глава Чуваши Михаил Игнатьев и уполномоченный по защите прав предпринимателей Чувашской Республики Владимир Иванов. О высокоскоростной магистрали, которая свяжет столицу страны и столицу Урала, говорится уже давно. Ее эффективность уже просчитана и доказана. Единственный сдерживающий фактор – строительство потребует огромных финансовых вложений. А в нынешних экономических условиях это сложно. Тем не менее, это инвестиции в будущее, которые себя оправдают. Развитие крупных инфраструктурных проектов, в том числе таких проектов, как высокоскоростное, скоростное железнодорожное движение, сегодня может стать одним из главных факторов все-таки ускорения экономического роста. И поскольку это связано и в первую очередь с развитием высоких технологий, может послужить и толчком в развитии технологической базы, промышленности. Ну, а главное, конечно, будет способствовать и созданию новых рабочих мест. Александр Мишарин назвал ВСМ «Москва-Казань-Екатеринбург» одним из самых перспективных проектов в России. Разработано его экономическое обоснование. Получено положительное заключение экспертизы. Уже на стадии строительства высокоскоростной магистрали каждый вложенный рубль принесет 1,5 рубля инвестиций в смежные отрасли. Создание сети высокоскоростного и скоростного движения учтено в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, в актуализированной транспортной стратегии России, генеральной схеме развития сети железных дорог. Всего документами предусмотрено строительство к 2030 году более 4200 километров высокоскоростных линий и организации почти 7000 километров скоростных. Консорциум ведущих российских институтов проведены расчеты макроэкономических эффектов отвода ВСМ, которые значительно превышают инвестиции в строительство магистралей. Результаты исследований подтверждены Минэкономразвития России. В предложенной схеме проект ВСМ «Москва-Казань» в полной мере является окупаемым как для государства, так и частных инвесторов. Со слов Александра Мишарина, частные инвесторы готовы вложиться в проект при условии поддержки со стороны государства. Разрабатывается механизм использования средств Фонда национального благосостояния. Высокоскоростная магистраль Москва-Казань объединит территории 7 субъектов федерации, в которых проживает 20% населения страны. Бюджет регионов прохождения трассы за 12-летний период ее эксплуатации получит 887 миллиардов рублей дополнительных доходов. В частности, Чувашия в результате эксплуатации ВСМ Москва-Казань могла бы получить к 2030 году более 43 миллиардов рублей дополнительных доходов. На сегодняшний день согласован основной коридор прохождения ВСМ по территории Чувашской Республики для дальнейшей его проработки на стадии инженерных изысканий и рабочего проектирования. Россия в 21 веке не может развивать экономику на транспорте середины или конца 20 века. И, безусловно, эта высокоскоростная магистраль нужна. К примеру, могу сказать, что сегодня для того, чтобы добраться из Чебоксар до Москвы на поезде, необходимо 13 часов. Высокоскоростная магистраль Москва-Казань позволит это сделать за 2,5 часа. То есть потоки пассажиров резко увеличатся, миграция населения резко увеличится. И эти потоки будут создавать дополнительные и туристические доходы регионам, которые будут задействованы, и возможность работать в соседних регионах и привлекать с других регионов к нам рабочую силу. Во время рабочей поездки главы Чувашии в Москву также состоялась встреча с министром финансов России. О встрече Михаил Игнатьев и Антон Силуанов договорились в Сочи на Международном инвестиционном форуме. Тогда же был намечен круг вопросов для обсуждения. Речь шла о развитии экономики, импортозамещении, межбюджетных отношениях, а также о поддержке финансовой системы Чувашии. Мы по факту получаем государственную помощь не только по тем установленным межбюджетным трансферным отношениям, но и дополнительно в данном случае мы будем получать в этом году бюджетный кредит под 0,1% годовых
Почему я эту просьбу высказал? Потому что мы привлекали краткосрочные кредитные ресурсы. Ресурсы банков подорожали уже на уровне 12-12,5%. И поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, которое было на сегодняшний день по тем регионам, где на самом деле бюджет сбалансирован, это во-первых. Во-вторых, мы имеем государственный долг ниже 50%. Это тоже нам дает основание просить. И имеющуюся задолженность, которую мы должны в этом году вернуть, соответственно, то мы проведем реструктуризацию на 5 лет. Они разрабатывают вакцины от новых вирусов и спасают от гибели редких животных. От них зависит будущее наших детей и всего человечества. 460 молодых ученых стали победителями конкурса грантов президента Российской Федерации в этом году. Среди них и наш земляк Михаил Беликов. Посвятить свою жизнь науке Михаил решил еще в 5 классе, когда в школьной программе появилась химия. Путь к успеху был нелегким, но отступать перед трудностями Михаил не привык. К неполным 30 годам он стал доцентом кафедры органической и фармацевтической химии Чувашского государственного университета. В 2011 году молодой ученый победил в республиканском конкурсе «Аспирант года», а в этом году Михаил Беликов удостоился еще одной награды. Уважаемые коллеги, друзья, все присутствующие, хотел бы поблагодарить вас за то, что вы пришли в столь замечательный день. Вообще говоря, мне очень приятно, что работы молодых ученых химико-фармацевтического факультета Чувашского университета признаются на столь высоком уровне. Грант президента Российской Федерации – это не только почетная награда, но и своего рода инвестиции в развитие науки. Молодой ученый должен вложить средства в разработку нового изобретения. Победа ученика – это прежде всего победа учителя. Министр образования Чувашской Республики лично поздравил юного изобретателя. Я как-то на лекциях, Миша как раз, наверное, может и помнит, говорил, что когда-то настанет время, что мы будем гордиться тем, что имели счастье общаться с вами. И вот как раз этот момент настал. Через каждого 5-6 студентов я вижу знакомые лица, в аудиториях пересекались. И, наверное, это счастье не только мое сегодня, это счастье всех юных наших граждан, то есть школьников, которые сегодня имеют уникальную возможность равняться на вас. Талантливый человек талантлив во всем. И Михаил Юрьевич – живое тому подтверждение. В свободное от науки время изобретатель занимается плаванием, много бегает, читает русскую классику. Особенно почитает творчество своего знаменитого тезки. Однако исследовательская деятельность все же на первом месте. Известно, что мы живем в век информационных технологий, и объем информации возрастает постоянно, неуклонно. И в будущем актуальна будет проблема, где всю эту информацию хранить. Мое исследование как раз-таки направлено на создание новых носители информации. По прогнозу ученого, через несколько лет хранение информации будет осуществляться на молекулярном уровне. И в будущем мы откажемся от таких привычных носителей информации, как флешки и карты памяти. Так это будет или нет, покажет время и научный прогресс. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. Эта неделя проходит под знаком Дня пожилых людей. В Чувашии более 270 тысяч человек старше трудоспособного возраста. Большинство из них ведут активный образ жизни и с удовольствием участвуют в различных проектах, позволяющих узнать что-либо новое. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с пенсионерами-слушателями компьютерных курсов. Обучать пенсионеров компьютерной премудрости в Национальной библиотеке Чувашии начали 5 лет назад. К тому моменту в Либерии накопилось достаточно ресурсов на электронных носителях. Плюс целый интернет-зал, где можно найти необходимые документы, законодательные акты и другую информацию. Чтобы граждане, которые в школьные годы учились писать перьевыми ручками, вписались в современную жизнь, им дали в руки мышки. То, что здесь мы проходим, то, что наши педагоги здесь интересные. Прям вот педагог у меня рядом сидит. И общение такое, прям вот досконально, по буковке, вот это туда нажмите, это сюда. Это просто интересно даже. Глава Чувашии порадовался, что у наших пенсионеров появилось столько возможностей для общения и попросил высказать пожелания, как улучшить процесс обучения компьютерной грамотности. Как выяснилось, никаких проблем у новоявленных пользователей нет. Вопросы касались совсем других сфер жизни. Министр здравоохранения, в частности, рассказала, что у пожилых граждан теперь есть возможность отдыхать в Крыму. Речь также шла о начале отопительного сезона, ремонте общественных зданий и других городских делах. Михаил Игнатьев поблагодарил пенсионеров за активную жизненную позицию и неравнодушное отношение ко всему, что происходит в республике. В День пожилых был дан старт и новому оздоровительному проекту «Прогуляемся по-скандинавски». Насколько этот вид спорта полезен и удобен для людей пожилого возраста, можно было узнать в сквере перед Национальной библиотекой.
Жительница Новочебоксарска, попытавшаяся заказать киллеру своего мужа, суд назначил 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 35-летняя обвиняемая планировала покушение еще с февраля. Женщина искала киллера, который согласился бы убить ее мужа 3 месяца. Когда нужный человек был найден, заказчица и исполнитель встретились. Злоумышленница представила наемному убийцу фотографию экс-супруга, сведения о возможных местах его пребывания и образе жизни, а затем отдала киллеру в качестве задатка 10 тысяч рублей, пообещав передать оставшиеся деньги после исполнения заказа. Об умысле осужденной на убийство супруга стало известно ему самому, когда он, зарегистрировавшись в одной из социальных сетей в интернете под вымышленным именем, виртуально познакомился с ней, представляясь совершенно посторонним человеком. Из смысла электронных сообщений ему стало понятно, что его бывшая супруга ищет киллера, чтобы убить его. А поскольку она просила его помочь и в поиске исполнителя этого заказного убийства, а также принять участие в его финансировании, он решил обратиться в правоохранительные органы. В дальнейшем все встречи наемного убийцы и заказчика убийства проходили под контролем оперативников. Новочебоксарский городской суд назначил ей наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу. Стать пешеходами или воспользоваться общественным транспортом призывает администрация Чебоксар жители города 9 октября. В этот день в столице Чувашии стартует международный форум «Россия – спортивная держава». С 10 до 18 часов движение транспорта в центре города ограничат, а улица Карла Маркса от гостиницы Чувашии до бульвара Кульца Ефремова превратится в спортивный бульвар. Кстати, на форуме «Россия – спортивная держава» приедут не только руководители федерального и региональных министерств спорта, но и именитые спортсмены и тренеры. Чувашию, родину своего прадеда, героя Советского Союза Александра Кочетова, мечтает посетить и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Об этом она рассказала нашей съемочной группе, которая побывала на ее тренировке. Я кормлюсь рейтингом перед. Для учащихся тренеров и работников ЦСКА это выступление было особенно волнительным. Каждое движение олимпийской программы спортсменка отрабатывала на их глазах. Эту победу нужно закатать в лед, предложила техническая служба тренировочного катка сразу после катания Аделины. Целая история. Он срезал лед, да, клал баннер туда, потом заливали несколько раз. То есть это очень длительный процесс. Теперь эти 7 букв на льду напоминают девчонкам и мальчишкам, что все в их руках. И именно здесь растут победители. Впрочем, для самих олимпийских чемпионов на катке нет никаких привилегий. Тренировки по-прежнему 6-7 часов ежедневно. И все это время за каждым ее движением следят юные спортсмены, которые, так же, как и Аделина, обещают взять золото на Олимпийских играх. Через 8 лет. Да, через 8 лет. Хотеть это просто хотеть, а если постараться? Да, если очень сильно стараться, надо трудиться. Сказала Аделина Сотникова, чтобы стать чемпионом, надо трудиться и терпеть. А для самой Аделины пример для подражания ее прадед, уроженец города АллатРь Александр Кочетов. У меня просто всегда в голове было то, что мой прадед – герой Советского Союза, и он пошел на войну очень в молодом возрасте. И я должна была подтвердить статус. В АллатРе остались дальние родственники, а в Чебоксарах живет тетя Аделины, у которой в детстве они не раз гостили. О нашем городе у спортсменки остались самые теплые воспоминания. В глубоком детстве я с семьей каталась на катамаране на Волге. Помню вот этот момент. Ну, естественно, как мы отдыхали, гуляли там около дома на площадке. Это только то, что я помню, когда была в Чебоксарах. Аделина Сотникова, несмотря на занятость, очень хочет посетить Чебоксары и очень надеется, что удастся приехать в дни форума. Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика. Торжественное открытие спортивного форума состоится на Красной площади ровно в 11 часов. Оно обещает быть грандиозным. Школьники, студенты и творческие коллективы уже около 2 недель готовятся к открытию. На их репетиции побывала и наша съемочная группа. Обратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Торжественное открытие готовит для нас около 1500 человек во главе с лауреатом Всероссийской профессиональной премии «Грани театра масс» Валентином Алексеевым. Его массовые постановки шли на сценах Египта, Сирии, Греции, не говоря уже о всех бывших республиках Советского Союза. В Чувашии он также был и не раз. Такой народ, как у вас,
Нет, во всей России, я даю вам слово. Я гарантирую это. Когда проводишь репетицию, дождь, плохая погода, а мне ребята сами говорят: Валентин Ильич, давайте еще раз пройдем. Это крылья вырастают у режиссера, а на глазах слезы. А ребята в Чувашии действительно терпеливые и целеустремленные. Они добросовестно приходят на репетиции каждый день, включая субботу и воскресенье. Мы все ждем этого форума, мы серьезно готовимся, каждый день собираемся. Ждем, конечно, хорошего чуда. Очень красивая картина должна состояться. Мы занимаемся уже 2 недели, и как бы ожидала от репетиции новых знакомств. Может, что-то новое узнаю, с кем-то познакомлюсь. И вообще флешмобы – это плюс огромный идет и человеку. Ты учишься разговаривать, общаться с другими людьми. В общем, только одни плюсы. Мне очень нравится, и это хорошая практика. Это пока мы видим просто перемещение ребят, которые сходятся и расходятся, изображая различные рисунки и волны. Но в финале нас ожидает много сюрпризов. Зеркальные обручи, живой занавес, из которого появляется хор в 400 человек, и многое другое. Делаем интересную вещь, вы сейчас увидите. Они строят буквы ГТО. И лозунг речитам произносится. А музыка, безусловно, будет классическая. Чайковский, Дунаевский и композиторы Чувашии. Конечно, всех секретов нам не раскрыли, но 9 октября увидим все своими глазами. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика. Чувашская государственная академическая симфоническая капелла открыла 47-й концертный сезон. Он посвящен 25-летию национальной газеты «Музыкальное обозрение». Газеты «Музыкальное обозрение» во многих городах России зазвучали симфонические оркестры. В обновленном зале Чувашской государственной филармонии собрались все, кто неравнодушен к классической музыке. Наш филармонический оркестр симфонический растет на глазах. Это уж говорит о том, что значит и музыка, и развитие, и показ народу новые и новые произведения. На открытии сезона прозвучали неоконченная симфония Франца Шуберта, а также увертюра к опере Джоканны Россини «Сорока-воровка». Во втором отделении – баварская пьеса Карла Орфа «Бернауэрин». Для поклонников классического искусства концерт стал настоящим праздником. Я думаю, все больше и больше людей нашей республики понимают, проникаются этим искусством. Потому что ведь музыка, особенно классическая, она не зря классическая. Она для каждого времени несет что-то свое, какие-то новые внутренние эмоции открывает. Поэтому я думаю, что она всем близка будет. И те, кто будет дольше ее слушать, больше и больше, будут больше проникаться и поэтому больше духовно развиваться. Это так здорово, когда полный зал народу. Я очень рада этому. И самой просто душа поет. Поэтому желаю всем того же. Анастасия Лангина, Николай Яковлев, Республика. У жителей и гостей города Чебоксары появится возможность принять участие в проекте «Национальная неделя здорового зрения». Акция проходит в республике 4-й год, а единственным ее партнером в Чувашии является первая оптическая компания. С 3 по 12 октября любой желающий сможет пройти диагностику зрения и получить рекомендации врача-офтальмолога. Подробнее в следующем сюжете. Я же Александр Базаров с вами прощаюсь. Всего доброго. Почему необходимо проверять зрение не реже 1 раза в год? Во время осмотра врач оценит, как изменилось зрение за последний период и при необходимости назначит правильную коррекцию. В рамках Национальной недели здорового зрения сделать это можно совершенно бесплатно. Все салоны первой оптической компании имеют лицензию на медицинскую деятельность, а врачи – большой опыт работы как со взрослыми, так и с маленькими пациентами. Диагностика проводится на современном оборудовании, позволяющем определить особенности зрения и вовремя обнаружить ряд глазных заболеваний. После обследования желающие могут заказать очки или приобрести контактные линзы по сертификату участника акции со скидкой.
Ассортимент оптической продукции порадует любого покупателя. В любом салоне первой оптической компании широко представлены оправы, контактные, очковые линзы, солнцезащитные очки. У нас есть самый большой склад очковых линз в городе. Соответственно, вы можете изготовить очки в кратчайшие сроки. В случае необходимости врач-офтальмолог предложит пройти аппаратное лечение. В арсенале кабинета зрительного тренинга комплекс специализированных компьютерных программ, физиоприборов и классических лечебных методик. Аппарат Визотроник помогает нам улучшить работу аккомодационной мышцы глаза. Мы сейчас устанавливаем линзы, которые позволяют нам видеть 10-й ряд таблицы Сивцева, и смотрим на подчеркнутый ряд. В аппарате в автоматическом режиме меняются линзы, сильнее диоптрии, слабже диоптрии, для того, чтобы аккомодационная мышца работала в лучшем режиме. И лазерный аппарат, который позволяет нам улучшить кровообращение сетчатки, мы его включаем, и ребенок просто смотрит на точку, где идет лазерный пучок, и улучшается кровоснабжение. Первая оптическая компания приглашает вас принять участие в Национальной неделе здорового зрения. Со временем острота вашего зрения может меняться, и это влияет на качество жизни. Проверьте зрение. Сейчас. Бесплатно. В рамках Национальной недели здорового зрения. В сети салонов первой оптической компании. Необходима консультация специалиста.